Я одну нашел, а где вторая? Дима, у тебя случайно нету? У меня есть, но не моя. Блин, я значит, две мои. Чего я у тебя? Я лег, на зомби уже идет атаковать. Гаси его! Лень читать 7 страниц. Опа, странные сны. Я книгу получил. Диман. Я тоже. Тоже? Это там. Может, это из-за виса этого? Не-не-не, это просто чё. А вчера ночью мне приснился самый странный сон на свете. Во сне я взял... Три из трех странных кристаллов, которые находил ранее. И добавив горстку редстоуна, измельчил их в миске при помощи кремния. Может, это... Читай дальше, ты там три страницы. Должны были быть разных типов. Сделав все правильно, я в результате получил странную светящуюся пыль после. Я посыпал ею книжную полку, но сон закончился прежде, чем я увидел, что произошло. Ага. Меня терзают сомнения, стоит ли делать то, что я увидел во сне. У меня складывается такое впечатление, будто пыль собиралась показать мне нечто удивительное, но поэтому опасное. Все сразу про пыль Моргенштерна, да? А чего ты знаешь, что это Таункрафт? Потому что в чате еще показалась надпись. Почему вы просыпаетесь после странного сна и быстро записываете все в книгу, пока воспоминания не угасли в вашей памяти. Чат открой. Подожди, Саня, у тебя нет книги? Нет. Я же говорю, Диман, ты завис Орда. Мы его потрогали. Нет, смотри, видишь, тебе в чате выше написал то, что... Это да. Когда вы держите кристалл в руках, ваши пальцы начинают странно покалывать. Что это значит? Может быть, вам стоит немного отдохнуть? А, да, это читал, я только сейчас понял про покалывание пальцев. Диман, дай мне зеленую книгу, или ты сейчас крафтишь? Сейчас крафчу, я за этим. А, тебя мое. Это. Давай. Ты где? Спасибо. Знаешь, что я сейчас понял? Ой. Что ты понял? В Таун добавили, это линейный сюжет. Да, я тоже, кстати, про сюжет подумал. Не, ну это тогда офигенно будет месяц чуть дальше. Дай Сане кристалл, чтобы он тоже получил. Он у меня в сундуке лежит. Сань, возьми... В каком из сундуков? У меня. Я, кстати, не помню, где ты живешь. Сейчас, погоди. Побегу. Блин. Просто потрогай кристалл, у тебя на следующий день этот. Потрогай. Да, просто возьми его в инвентарь, тебе напишут в чат и положи его обратно. А у тебя вспышка такой, нет? Сейчас. Он называется что-то Виз Орда, как-то так, что-то. Нет, Сань, дальше. Пацаны, у вас есть кости или костная пыль? Есть. Дай. Две кости. Да, без... О, хорош, давай, Сань, ты где? Я к Диману пишу. А я вот не... Ну-ка, карта. Ага. А ты живешь у корововедов, только рядом? Да. Ну, я здесь пока все поставил. Вот он, возьми. Я с кем... У тебя в чате надпись появилась? Да. Вот, все, теперь жди. Так, Дэн, погоди. А вы где? А. На. А, ты тут? Тебе кость? Развился. Да. И там, Саня, еще две кости. А что за сапожки? Ты мне, кстати, сапожки не отдал. Вот только вот сейчас их подобрал. Дима, сделай сапожки красивые. Какие? В которых прыгать можно. Диман, у тебя точно больше книг нет? Ну. А сейчас бота не пойдет. Диман. Это у кого книга одна? Костя возьми, у меня. Где? А, зеленая. Да. Все, теперь уйду на своей. Да. Так, пожалуйста, поздравляю вас с прекрасным выбором. Соединить на верстаке саженец и книгу. Ну, или найти этот сундук. Не перебивай. Можно и так, и так. Кстати, эту книгу можно листать, используя ссылки внизу колесика мыши или ссылки на клавиатуре. Спасибо, Кэпа. Чтобы вы там себе не напридумывали, ботания — это, по сути, техномод. Вау. То есть вы должны использовать свою изобретательность и редстоун для того, чтобы создавать и развиваться. Очень полезно. Ну-ка, Димон. Помнить об этом. Ну и, конечно же, чего? Давай технику редстоун. Вы будете возрождены прикольными безделушками, блоками и снаряжением. Куда же без них? Да, кстати, Саня, сапожки это Таум, до этого далеко. Да, ботания будет по нраву всем, кто любит играть с целью создания разных крутых штук. Хоть мод и создан в качестве автономного, также можно играть с другими модами, почти без исключений.
Все в этом моде можно автоматизировать при помощи ванильного Майнкрафта и его собственных фишек. Ну это, короче, про редстоун механизмы. А это... если... Пацаны, топор, быстро, Дыман, дай топор. Беги ко мне. А то мне сейчас стырят дерево. Зайдите в раздел достижений и испытания, который находится в левой части главной страницы книги. Лексикон содержит большое количество удобных функций, поэтому перед тем, как погрузиться в мод, потратьте немного времени, чтобы ознакомиться с теми или иными кнопками в книге. Диман, пошли за... Ой, Дэн, пошли за алмазами. Какие нахрен алмазы? Тех найти надо. После вступления вас перекинет на страницу, где вы по их желанию сможете начать обучение, которое объяснит вам основы мода примерно за 10 минут. Так, после того, как вы поймете основные компетенции, вы сможете продолжать и дальше изучать мод с помощью этой книги. Заткните еще две страницы. Если вы не уверены, стоит ли читать ту или иную статью, наведите на нее мышку и нажмите Shift, чтобы посмотреть краткое описание того, о чем она. Диман, перебью, но раньше это все было на английском. Насколько я помню. Категория оглавления лексикона может быть очень полезна при поиске, так как там есть список всех статей по алфавиту. Угу. Собственно, на этом вступление заканчивается. Теперь вы можете перейти к обучению. Надеюсь, вам будет интересно играть с ботанией настолько же, сколько мне нравилось ее создавать. Автор мода. Чтобы продолжить, нажмите кнопку назад, находящуюся внизу. Это можно сделать, нажав ПКМ или клавишу Backspace. Добро пожаловать в ботанию. 7 страниц. Начать свое обучение, следуйте красным ссылкам. Блин, я нажал смотреть онлайн, мне сейчас это откроется. А, слышь, здесь обучение прям пошло. Где? Я не знаю, я нажал обучение в ЭГЭ, типа теперь меня... А где ты обучаешь? Я хочу штучку из Тама, она очень красиво выглядит. Какая? А, адаминитовая... Кстати, такой раньше не было. А, это этот. А во, подожди, обучение основы. Или мифминитовая роба, тоже красиво. Не, у меня просто теперь, типа, обучение, у меня по всем... Кстати, ты понимаешь, что мы до этого пока не дойдем? Это, кстати, вообще, походу, очень где-то там. Под конец уже. Офигеть. Диман, вернись на самую главную страницу, и там вот видишь, типа, мешочек, основы механики, вот это управление маной, вот это вот, видишь? Че? Ну? Смотри, на воде, они, знаешь, так прикольно, да. Типа... А, да-да. И, кстати... Ботанию прям жестко обновили, походу. Это повод ее полностью раскрывать. Здесь а есть... ботания, смотри, здесь там... испытания есть, внизу 4 кнопки. Настройки ботании, достижения, испытания, изменить масштаб. Моста. О, блин, я уменьшил ее, блин. Нету. О, ее можно менять в этом, видишь? Монастали. Монастали. Сань, это далеко. Мы сейчас не на Тауме. Ну, это не Таум. Монастали это... Это Таум. Это Ботания. Разве? Да, там даже написано снизу. Я книгу сломал! А, это легкая. Ну, нужно для этого мана. Сейчас мана пойдет и это все будет. Это первая броня в Ботании вообще. Да, ну это синяя, короче, это. Подожди. Я немного сломал книгу. Я, короче, блин, Дима, не нажимай наверх, пожалуйста. Там вот видишь масштаб, да? Не нажимай наверх никогда. Я, короче, сейчас ее это... Сделал так, чтобы она у меня была в нижнем правом углу, и я кое-как и вернул ее обратно. Испытание. Тут есть сложный, средний, легкий, безумный. Офигеть. Не, кстати, Диман, а мы будем тут каждый предмет делать за себя, крафтить, типа, или ты будешь делать нам показывать? Я вообще думал, просто я буду делать, звать вас, там, помогать или чего-то, ну, чтобы вы тоже это все видели. Не, смотри, давай, если ты будешь что-то делать, просто давай нам, чтобы мы хотя бы ачивки получали. Не, ну, ачивки-то это ачивки, но просто еще показать вообще, для чего это и как-то вообще чего. Плюс я хочу прям все цветы сделать, даже которые не нужны нафиг, я хочу их сделать и испытать, даже если там он от лавы какой-нибудь питается. Опа, пацаны, пацаны. Зайди в именно, ну, escape, достижение и чекай просто. Нихера он меня подкинул. Кто, носорог? Вот. А, слон? Ты что, слона ударил? Гринписовцы тебя заберут. Диман, вот зашел в Backspace? Видишь, там есть испытание ботании и именно ботания, ачивки. Ё-моё! Кстати, может, три выбора. Миллионер снизу есть. Да, миллионер. Кстати, даже в деревне свои ачивки, которые мы некоторые выполнили уже. Две всего. Так, я хочу найти этот фигню, которую дуешь, она сбивает все.
Чего? Чего ты хочешь найти? Фигню, которую дуешь, и она сдувает все. Меня Лепхант убил. А, эту трубку, которая меня бесит. Угу. Блин, пацаны, я где-то книгу просрал. Диман, у тебя точно нету ничего? Нет. Я вот сейчас все просрал. Короче, Сань, ты не против, я у тебя книгу возьму? Как ты ее возьмешь? А подожди, а где у тебя книги? Вот эти начальные, которые в самом начале давались. А, ты про эти? Они мне нахер не нужны, поэтому бери. А ты где? Где они? Они были в сундуке, по-моему. Нету. Значит, я не знаю, где они. Блин. У меня их точно нет. Здесь, кстати, может быть все нормально работать, все бучики. А, стой! Он тупо лег спать. Стой, я нашел ее. Все, я нашел, пацаны. Отмена паники. Я просто хочу, чтобы у меня были все книжечки. Кстати, эта книга, это Animal. Вот это про животных. Ну-ка, давайте почитаем. Это правда тут на английском все? Так, давайте. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут все на английском. Работать в ботане, но не забудьте почитать и другие страницы на досуге, чтобы узнать больше особенностей мода. Это что, билдкрафт? Спим, пацаны. Да-да-да, согласен. The time is the capital of Great Britain. Сейчас это Сане книгу эту дадут. И стал. Сань, спать. А, вот ты. Все, какие есть моды? Ты тоже не можешь, Сань? Да. А почему? Будешь подойдить? Прям вплотную стою. Что за бред? Не знаю. Мы не можем спать. Какие есть достижения? Ой, точнее, моды с сюжетом. Нету. Ну вот, походу, Тау... Тау завезли, это я не знаю, сколько это будет здесь. Не, ну смотри, мод с сюжетом, это можно взять Властелин колец, он так, ну, такой, типа, там ну, сюжет есть. Нет, там сюжета нету, там все. Чего? Вы не можете лечь? Мы не можем лечь. Напишет bad, no safe. А, Сань, тут скелет под нами, нужно его гасануть, я понял. Пожелайте мне удачи. Ты меч держите. Да меч у меня есть. Мы не можем, Диман, у нас этот скелет тут. Не, я гука, да лежите. Ну, переставьте, не знаю. Да, кстати, Саня, не могу Сань, его кстати, найти. Кстати, мы потом сделаем портал к эльфам. Опа, нашел. О, эльф, это круто. Ты где чертила? Ты туда первым, конечно, зайдешь, ладно? Тогда очень круто. Все, Сань, ложись. Я разобрался с чертилой. Все равно не могу. В смысле? А тут зомби. Да, быстрее, Сань. Сейчас будет плохо. Все, лег. Все, я лечу. Лечу, точка. Дэн, кого ты лечишь? Отстань. Не отстану. Кстати, может, Диман... Я писал, как вы вместе или вы такой, этот... Что, нам новые книжки не дадут? Я думаю, нам еще книжки дадут. Что, Сань, дали? А Сань, дали? Да. Я такой думал, нет, и все, Саня просрал свое счастье. Надо похавать. Странные сны. Только не читай, пожалуйста, мы их почитали уже. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Пацаны. Что? Нужно собирать цветочки. Ага. А нам надо тупо три разных кристалла из Таума найти. Чего? В смысле? Нам надо тупо три разных кристалла из Таума найти. А теперь мы в этом не уверены. В смысле, каких раз ты его прошел? Ну, там ведь в книге написано, что типа он собрал три кристалла, смешал их с горстью Стоуна. А, кстати, возможно, это в натуре надо, может, нам это надо сделать? Ну, из виспов наугад, то, кстати, там этих кристаллов намного больше. Их ну, их каждому по элементу. Из них делается связыватель трансвектора, блок. Чё? Я ещё найти, где они юзаются все вместе. Я вот Дэна крыжовник стырил. Это не мой, Сань, там еда для всех. Но ты говорил, что это твой крыжовник. А, на котором на дереве висит? Да. Ах ты тварь! Пацаны, цветочки поищите, побегайте, посыпайте. Подожди, я сейчас... Я видел какие-то черные. Я хочу за это... Черные, белые, они там желтые, синие. Залатать забор хочу, пацаны. Именно изба... из бани, из ботани. Из бани. Так, ну если тут доска... Значит... Банания.
А кто тростником засадил пол озера? Кстати, они сами садят, я видел, они, короче, они, я видел, ну, срубленный, и, типа, потом видел выросший, то есть они садят его. Я его еще сажу. Чего это плавает? А, фугу. Мне нужна павучья, это, нить. Чего тебе павучья? Нить. Да, мне нужны лески. Может, не договориться. Может, жирафа дохать, но нет. Стоп, как? Кто тебе нужен? Эти лепестки. Не, я нашел павука. А? Я нашел павука. Крупер. Че? Как у них это странно все идет. Ах, тебя никто... Он бабах сделал. Мне главное, чтобы все хватило. Черт, мне не хватает. Стой, а не нормально. Я думал, не совпадай. Лимана, тебе много белых цветочков надо? Так, я четыре рофла не понял. Да, слышь, ты главное смотри, чтобы они из ботани были. Они из ботани, они светятся. Да блин! Я опять тупанул. Мне нужно вообще много всех, не только белых. Мистический белый цветок — это ботания? Да. Все, которые мистические, это ботания. И вот ходи, собирай всех. Пацаны, ель есть? Не знаю. Перед домом растет. Ну, не да, дома, там походу везде. А вот, в принципе, я нашел. Есть один этот, как его? Нитка. Смотри на меня, рубим это дерево. Они, короче, вместе сотрудничают, походу. Блин, у тебя есть нитка? У меня вроде есть. Я, Саня. Ой, у меня есть две, пацаны. Я могу поделиться, если хотите. Дверь? Две нитки. А, давай. Мне одна надо. Подойди ко мне, я дырку задырю. Нифига себе, у нас тут. Пройди, короче, вдоль забора спереди и найдешь меня. А где тут перед? Тут квадрат вообще-то. Тут, ну, хрен поймешь, где перед. А, ну вон, я вижу. Ну вон, ты видишь, там длинная такая дорога, это вот... Я вижу тебя на карте. Ну я тебя тоже вижу, но это, если что, это перед. Саня хочет кушать. Не, это тупо отрыжка. Животное? Смотри, Саня, как тебе? Как тебе? А что было? Тут дырка была. А, понял. Я её задел. Дай все эти цветочки. Да не, нить. На. Цветочки дайте все. У меня нету. Диман, смотри, я заделал. Ты тупо охотник. Нормально же, не выделяется? Да. Просто он как бы идет снизу, потом вот так. Ну вообще. Нормально, тут яма, поэтому можно. Блин, обычно я вот морковку пахала на хаос. Сейчас мне этого мало. Нужно переходить на картошку. А что, вообще нету, что ли, у нас дерева? Вообще нету. А тебе какое надо? Любое вообще? Вообще любое. Ну на тебе, темный дуб. Мне нужно палки просто сделать. Ну я тебе дал там нормально так. Ну да, кстати. А забор еловый? Да, еловый. Просто я уже запутался в этих досках. Ой, и сделал темный. Денчик, красава. Ну-ка, Сань, есть ель? Или нету ели? Ели нет. Я сам у тебя дерево просил. А, ну ладно, в принципе, логично. Ладно, пойду добуду еще ель. Блин, то чувство, когда Денчик говорил. Засаживайте, пацаны, и сам не засадил. Так, а мне надо... Блин. Успокойся, Диман, мало. засадил. Почему так? Что так? Что не так, Сань? Почему у нас так мало кремния? Потому что мы его не добывали, Сань. Саня же охотник. Кого он смотрит? Хреновый из тебя охотник, братан. А ты что делаешь? Лук, стрелы. Что ли? А, стрелы. Лук я уже сделал. Я тебе могу дать лук.
А его, хотя нет, он покоцанный, я тебе его не вовремя. Дам. Ой, ой, ой. Не, он покоцанный. Ой, ой, он бы тебе на пару. Ой, ой, я тебе сейчас расскажу, сколько он. Он на одно использование. Я его сломал. Да, в натуре, Диман, заткнись. Фугу, больно бьет. А, ты, да, да, да. Там здесь упор до меня ни одна рыба не докопалась. А тут вроде докапался до тебя только одна, которая надувается. Так что, если ты видишь рыбу, которая стала круглой, Сань, беги. Я вообще рыбу не вижу. Я вообще человек. Блин, дурак, сделал люк. Смешно тебе? Там же книжечка есть, надо что-то сделать. И чё? Да ё. А я вот без книги, Сань. Что тут есть? О, господи, закройся. Опаковали. Нахер. Как добыть этот долбанный кремень? Ломай кремний. Ой, пфу. Логично, да? Ломай гравий. А чё? Ломаю. У меня всего один выход. Чё им там по ресам? Надо чё или нет? Кому? Жителям нашим. Наверное. И чекни, кстати, мы к нему уже давно. А, теперь стало. Теперь тебе до них стало дело, да? Не понял, ну ладно. Ну понял. У меня с 3 костей, оказывается, в сундуке лежал. Короче, я все говнище сюда выложу. А нет, книжку я, это моя книжка. Все, я нашел себе место, где я буду все в ботанике заниматься. Ну и коноплю так уж и быть отдам. Ля, какое место. Здесь крыжок. А ты далеко здесь... от этого? Мой крыжок. Ты далеко от... У меня есть ручная куала. Ты да. Нахер она тебе нужна? У тебя есть ручная куала? Ну, да. Нет. Пацаны, в кусах, да, теперь хлеб из пшеницы делать нельзя. В смысле? А все. Может, а раньше надо было. Чё говоришь? А раньше надо было, да? А теперь хлеб делается с помощью формы для выпечки и теста. А тесто делается из воды, соли, муки и миски для смешивания. Так что все, пацаны, жопа. Будем мясом, либо картохой. Все, голодаем. Ой, дурак, у меня же тут ресы были. В палатке. А слышите, у нас тут шахтеров, торговцев нету. Может, информатики можно... У нас вообще шахтер только один. Ну, не торговец, да. Питон, как бы сейчас. Но он не торговец. Надо похавать. Что? Знали, сколько раньше восстанавливают жареное мясо? Сколько? Ну, там, штук 5-6, да, вот этой еды. Сейчас она по одному восстанавливает. 4 ведь было. Нет, говядина восстанавливала где-то 5-6. А может, я что-то... Но много восстанавливаю. Сейчас по одной, пацаны. Она почти половина. Все мясо всегда 4 было. Оно почти... Не, оно, по-моему, почти полностью... Да, ну, да, половина она, голову, ну, да. Типа, она нормально. Короче, в итоге... Сейчас в итоге она восстанавливает одну. Офигеть. И картоха тоже. Все, Диман. Картоха жареная? Да. Все, ГГ, пацаны, делаем нормальную еду. Куала, кстати, по дереву носит. Она села на дерево. Блин, вообще плохо. Знаете, что я понял? Что ты понял? Я насобирал всего, но я забыл собрать перья. Сань, ты золото, у тебя золото случайно не попадалось? Ты собирал его? Конечно, я каждый день собираю золото. Я же майнер. Это в шахте был. У меня же здесь кровати нет. Блин. Я вот только хаваю, и все, у меня тратится голод. Да. Надо потом будет что-то готовить, там, сковородки делать. Ножи. Ты одна сплошная сковородка. Ак... 47. Погнали. А что не работает? Что не работает? А. Что ты пытался сделать? Пацаны, спать! Да мне надо бежать, я бы без кровати пошел. Сейчас я... Сань, чё ты мутишь? Да я тупанул просто. А чё ты делал? Стрелу. По-старому. Она по-новому. А как она делается? Она типа тупо... Наискось?
Нет, она сейчас на тупо вертикально. Раньше делалась на эскость. Спим. Саня, я тебе больше скажу, она раньше не... она никогда на эскость не делалась. Да? Да. Она всегда делалась обычно. Но она горизонтально тоже не делается. Так, надо чекнуть, что у этих с постройками. Товарищ путешествует. А где можно найти чикен-наггетсов? О, прогресс 98, пацаны сейчас что-то новое будут строить. Север-восток. Где чикен-наггетсы обитают? Курица? Да. Я, кстати, тоже их давненько не видел. Я обиделся. На что? Я взял двух блоков, упал и разбился. Чё ты взял? С двух блоков упал и разбился. Сань, ты стрелял в кого-то? Да. Да, вот он рядом со мной. Живодёр. Так вот, я и поэтому спрашиваю. Ты прям меня к нему скинул. Подожди, а ты вот у тебя, когда эти говорят жители, у тебя красным или каким? Да. А ну, почему такой... ты говоришь, что они на английском говорят? В смысле на английском? Нет. Да просто а, о, жураф! Не знаю. Сань, дай с, лук, дай с лука стрельнуть. А я хочу журафа убить. Дима, а ты где находишься? В смысле, я сейчас переселяюсь. А, куда? Тебя можно подрезать брюхом? Чё, чё? Новый дом, где ботани будут заниматься. Так а куда, я говорю, хочу тебе цветочек принести. Метров тейст. Я сейчас прибегу. Ну я говорю, тут где? Опа, ну-ка баба куда-то пошла, надо идти за ней. You spin me right now, baby, right now. Несёт ресурсы из дома. Пацаны, у нас ой, баба ой, куда-то сваливает. Это корова умеет драться. Она сказала, кажется, мой ленивый муж наконец-то хоть что-то сделал. А ты задание не дашь мне? Нет, не дашь. Она куда-то топает. Это вообще дофига. Прикиньте, жители ходят именно по дороге, вот этой вот, которую сами сделали. Они по земле вообще не ходят, типа. А нет, пошла. Обманул. Ахахахахахах. На нахрен, на нахрен. Ничего, ага. Ресурсы из дома. Она чё, Саня. Она прошла... Она чё, дура, что ли? Это она конченная? Да чё с животными тут происходит? И всё, она ТП-шнула, что? Пацаны, я, конечно, не уверен, но у нас, походу, шахтёр завис. Ну пусть завис и завис. Слышь, ну так-то если ещё взять, он больной. Да, так кстати, это... он до сих пор дохнет. Так вот. А ему что там принести надо было? Да, ему нужно из грибов. Да, нужны чернильные мешки. Но походу этот мод не... Ой, походу миллионер не знал то, что у нас будут моды другие. Не, ну, нам надо сейчас рыбачить и сливать. Нужно как-то по-другому рыбачить. Ну, вообще... Мыслим нестабильно. Нестандартно, вернее. Пацаны, у них нет построек в процессе. Меня... Пацаны, бьет. Пацаны, у нас второй уровень деревни. Ай. Нам меня теперь, слышите, слышите, нам нужно 4000 камня, именно камня. 4712 камня. Нам тысячи... нужна печка из индастриала. Вот да и за... зачем? Саня, заткнись, пожалуйста. Она без крести все равно не такая. Не, кстати, вот. если поставить доменную печь. Ну, вот, домину. Не домину, а эту, как его, я забыл, как она называется. Эту индукционную, во. Ну, индукционную. Тогда нормально. Я возьму, просто 9 печек влеплю в стену, да и все. Можно и так, но там уголь. Не, я, наверное, индастриал тоже может, типа, так, чтобы он тут был. Дэн, я в городе. Подожди, короче, беги в форт. Короче, булыжника нужно 1966, дуба нормально, и 264 железа им надо потолкать. Охренеть. Давай сначала вот это закончим. Тут все? Да. Тут поменьше. Да, давай, короче, вот это. У них нет постоек в процессе, поэтому я хочу жрать. Я тоже. Ой, торгует. А, она ждет, пока я с ней поторгуюсь, точняк. Слушай, весь город, считай, пустой. Парень пустой. Они все около этого бордели собрались. Так, ну я тогда пошел... Слышь, я тогда пошел булыжник им таскать. А, нет, булыжника у нас вроде хватает. Да, нужно железо и шерсть. Ты нам железо, шелковую костяную кирку. А им без разницы, да, какую шерсть? Или белую на... А, для... Подожди, путешествие для белой шерсти. Да, им нужно, короче, белая. Жаль.
И 13 железа. Это железо, кстати, было. У нас тут охеренный хавчик вырос. Где? О, что за летучая штука? Ой, это огонек, он дерется. Это Виспартан. Да вот, там, где магический лес начинается. Где? Да вот. Это Висп. Где он там? Он меня в жопу вбьет. Да. А, слышишь, Диман, у них же может быть такая тема, потому что им для ресов сундуков же не хватит на форте. Поэтому они типа расширились. Ай! Ай, ай. Диман, ай, железо ай, лучше. Я бегу за ним и чисто засадил. Слышь, Матвей, слышь, а реально огонек называется? Я-то в это, у тебя лук подарил. Сейчас, слышь, я его застрелю. Им железо отдавать или продавать все-таки? Отдать или продать? Ну, за 20D. Я сейчас хочу, как в КС, на Q и FL оружие свапнуть. Давай, короче, я отдам. Продавай, продавай лучше. Да может отдать мне так 80 этого респекта. А так у нас деньги хотя бы будут. Ну ок, давай продам. Я знаю, кстати, где еще раз купить. Ну, короче, 4 серебряника и 4 бронзовика. Дай это. Дай его в руку возьму. Кристалл, дай. Из кристалл айр. Дай, кстати, на всякий случай тоже подержи. Что? Кристалл. А это новый какой-то? Да, это айр. Но он ничего не дал, короче. Ну, давай посмотрим. Погнали в лес, сходим и эти возьмем, чтобы если что понимать. Какой-нибудь их три? Фото, выберем их три? Нет, я говорю, их штука 20. А зачем ты третий? Ну, в книге было написано, что он взял три кристалла. А, в натуре, да, погнали. Может, тогда надо три подержать. А прикинь, еще все два... О, у меня что-то урожай! Сейчас, пацаны. Я тебе про это и говорил. О, слышишь, да, Сань, Сань, готов лук? С лука их прям очень легко. И их с лука ты нормально, но... У тебя много стрел? Хер по ним. Две. У меня одна. Дай мне. Сань, главное, не маш. Короче, пацаны... А иначе он нас, сука, убьет. Я... Можно я фермой займусь? Вы же не против? Да, занимайся. Сейчас мы еще один выпьем. Я бегу, пацаны, к вам. Побежал. Они в магическом лесу же есть большой но шанс. Ну, а нахер нам, типа, ферма, если можно вот эти вот кусты поломать, и из них хавчика столько выпадает. Я хочу ферму! Понял? У Лимана будет лучше ферма. Ну, Дима, ну что ты? У меня будут цветы, которые будут устоять рост растений. Мне таких бахнешь пару на мои фермы. Еду мне бахнуть сейчас, прям. Вот неплохо. Я могу тебе дать. Что тебе надо? Ты бобры! Поесть любой, что. На тебе 27 огурцов, братан. На тебе. На тебе. А тут все это по полу. А с них кожа полезная падает. Стой, в натуре, да, давай загасим бобра. Пошли за виском. Бьем бобров. Ты видишь висов? Я тоже не вижу, кстати. Висов. Саня, харе гасим бобро. Да хватит меня бить. Я не ударил. Ты ударил, там идет это, ну, отмашка, чтобы бить несколько целей. О, дырка. Я не... Саня, хватит со всякие дырки лезть. Так, погнали искать виспов в натуре. О, голубой василек. Его, кстати, он в обычном мане только в болоте спавнится, насколько я знаю. Да, только это орхидея. Да? Не-не-не, ну, значит, теперь орхидея мне насрать. Главное, что оно редкое. О, слушай, висп. Пока. Подожди, Диман, где? Да, ближе все к тебе. Подожди. Где он? Так он, то ли он выше, он ниже, скорее всего. Я его что-то почему-то не вижу. Он пищей, вот, на карте он ниже. У меня его нету на карте, пацаны. Не-не. Это точно не гриб. Кстати, гриб надо поломать. Не, гриб, я, кстати, видел виспа на карте, но что-то я его не вижу. А из гриба ничего не выпадает. Выпадает просто не всегда. Я, блин, на дерево залез, его нету, Диман. Да я вон под землей. Подожди, а где настройки карты? А вон они летают, там двое их. Где? Темные точки. Прямо а ты на карте увидел? А, в натуре темные точки, да, все, я понял. У меня они под землей, да. Подожди, где тут? Как настройку карты? А, вот подожди. А, нет, это не то. Запятая настройки там снизу будут. Запятая. А, вот. Ну, карта открой. Да. Мне нужно. А где ты включил все это? Настройки, и там... Офигеть. Я сделал карту XXL. Ой, XXXL. Радар и другие существа. Радар и другие существа. Я, короче, большую карту себе сделал. Большая. Радар. Показывать врагов. Вкл. Показывать шлемы игроков. Вкл.
Вкл, показы шлема существ. Вкл, вкл, другие существа вкл. О, овцы! А это все существа из этих, из ОО. А, да? Да. А, ну, пускай будут. Так, вы нашли, пацаны, их? Нет. Я не глазил даже вниз. О, террорист! Я слышу, как кто-то упал. Уголь. Уголь добуду. Я упал, дебил. А, да. Ну, я сказал, я слышу, кто-то, как кто-то упал. Я же не видел этого. Я вообще сам добыл. А хер ты уголь добываешь? Нам у нас его как бы нету, братан. На дереве я не особо хочу плавить. Хотя тоже уже ночь. Пацаны, кирка сломалась. Не выручите? Погнали спать. Погнали спать. Блин, у меня сану кровати нет, я там ничего не взял. Ну я то никто ничего не взял, поэтому спать погнали. А нет, я имею в виду, я хотел это переселяться уже. Ну, а. Кусок этих. Я хочу хату себе строить. Кто-то дуб спилил. Чего? Хочу хату себе строить. А кто тебя запрещает? Дэн. Схерали. Ты мне говорил, Дэн. Ничего я тебе не говорил. Еще перед тем, как зайти в игру. Не говорил ничего. Тиман, он взял, посол ушел и все. Пацаны, я заблудился. Это факт. А, нет, все, правильно бегу. А может и нет. Я пришел домой. А, ну да, я все правильно бегу. Ну... Я у Сани вижу. А я вот крипера вижу. Оп, 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 он бежит за мной. Оп, оп, боехоп. Блин, херовая затея. Как да же быстро хоп. Тратится еда! Диман, зачем ты так? Что я? Так кто? А, это житель типа? Офигеть, на тебе жители тоже показываются. Так. Ты поставил мод на хавчик. Плохо все теперь. Ну, главное, есть суши. Херуша, это вроде вообще другой мод. Нет, это все одно. Мне насрать. Херуши. Паук! Паук. Бан. Туталяк. Да чё? У меня паук тут. Ну, как тоже не доложится. Все, погнали спать. Дима, ну может ты ляжешь уже? Я лежу. Я обманываю здесь. Не надо, Нини. Врет же. Да, Сань? Цивильно, как думаете, а цивильно будет, если у меня будет хата и в ней будет еще стоять палатка? Вообще да. Окей. А, кстати, Саня. Так. Вау. Водяной арве. Как же хавчик мало восстановил. Я вот, у нас нет проблем с хавчиком, но его долго жрать, поэтому... Да. У нас хавчика до хрена. Так, куда я хотел идти? А, я хотел за шерстью идти. Дайте мне ножницы. Саня, я знаю, ты зажал железо, поэтому я тебя возьму на ножницы. А вот видите, Саня. Кстати, у Сани у тебя две стрелы в палатке, если что, держу в курсе. Че по палаткам шаришь? Я же сказал, я тебя возьму два железа. А я не разрешала. На мне насрать. Да? Нет. Скалет! Кстати, надо уже будет его заасить. Это мой протест. Какой? Ты что, мне палатку сломал? Нет. Он два сажется поставил. Я выступаю за единство ЛГБТ сообщества. Ой, боже мой. Привет, я подсяду. Диман, давай его забаним. Кстати, а ты заметил, что овцами показываются все существа, типа левые? Меня крыса бьет. Диман. Уже не бьет. Блин, а как найти обычных овец? Как они выглядят? Дайте мне, пожалуйста, такая шкурка уплотненная, фур называется. Фур? Да, фурнитур, а вот он есть, нашел. А, я понял, у меня броня из него, да? Да. Да, я думал, ты стырил последний, когда я хотел их стырить.
но нет. В смысле, я сам выбивал из этих тварей. С кем я живу? Ты еще ты ни с кем не живешь. Все Дима, ты живешь один. Так, Вася. Я съел крысу, пацаны. Сырую? Сырую. Ладно, обычную, да? Но сырую. Ладно, живую, да, но как-то вообще сырую, мёрт. Ну, сам убил, сам сожрал, все честно. Саня, просто бывает хавчик просто варварством. Опа, опа, скоммуниздил. Расчленку взял. Опа, скоммуниздил. Саня, пофиг, он тупо пробежал, сломал, понял, не собрал. Я только что был пустой инвентарь, у меня уже все заполнено. Диман, как тут выглядят простые овцы? О, кристаллы прям на это, на оранжевый. А тут есть, короче, улей. Обычный. Что с ним делать? Тут есть улей именно... Улей? Ну, к которому мы привыкли. А есть необычный. Чё? Чё? Я привык, это просто... А! Так, подожди, у меня есть идея. Короче, странника, знаете, ну, вот, который с палками ходит? Турист? No. Да. Этот террорист, они странник. Ну и? Короче, он сейчас двух криперов на себя загнал, и они взорвались. А странник жив? Нет, конечно. Пацаны, конечно, ни на что не намекаю, но у меня сейчас может быть мед. А нахер он нужен? Да я его сейчас узнаю. Не, если, конечно, я шарю, а если не шарю, то будет как-то обидненько. Амарант. Я аморального амаранта схавал. Как же до хрена еды. Дэн, пойдем в шахту? Да ты задолбал. Если там один не вывозишь, не значит, что меня в могилу тянуть надо. Ну пошли, на алмазы надо. Слышал этот смех? Чего с вами ты сказал? На алмазы надо. Мне просто на мою Мазду надо. Я такой, что, блин? Мазда 6. Топ-тачка. Топ-тачка. Секлы. У меня есть мед! Хо-хо-хо. Мне регенерация 2 надает 5 секунд. И съедобные в любое время, ясно? А что можно делать?